управлять радиоприемником, обрабатывать ту информацию, которую вы получаете с эфира, слушая передатчики и на наушнике вы слышите их позывные, следить за изменением азимутов, передвигаясь по карте. Масштаб карты, видите, 1,150, потом сантиметры, на карте 150 метров на местности. Или 100, значит, там 100 метров на местности, в одном сантиметре. И контролировать все передатчики. Задача радиопеленгации. В кратчайшее время обнаружить 5 передатчиков, которые стоят в этом районе, вот, на карте. Существует старт-финиш. Они разнесены, могут быть до 3 километров разнесены. Спортсмен, стартуя со старта, включает секундомер, судья его включает. И прослушаем по очередности 5 передатчиков, которые работают на одной частоте, но по очереди включаясь. Первый работает первую минуту, отработал, выключился. Второй вторую минуту выключается, ждет, потом третий работает минуту, а все предыдущие молчат. И так до пятой мысли, до пятого передатчика. И опять повторяется. Первый включается, второй, третий по очереди. Минуту отработали и молчат 4 минуты. За это время спортсмен все прослушал, снимает азимуты компасом, наносит эти пеленги на карту и определяет вариант поиска. Кратчайшее расстояние будет определено уже в ходе поиска, а минимальное время, затраченное на поиск всех контрольных пунктов, они называются лисы условно, это будет время победителя. Кто затратил на этот поиск минимальное время, будет считаться победителем.